Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на вебинаре компании Forever Living Products Ukraine. И прошу вас прежде всего оценить качество звука и качество изображения, для того, чтобы нам было с вами удобно общаться, и вы хорошо меня видели, вам было комфортно. Можно по 10-бальной шкале, можно привычными плюсиками, пожалуйста. Внизу есть поле для комментариев. Лена, спасибо. Спасибо большое, я вижу, что все замечательно, система работает, и мы движемся далее. Меня зовут Михаил Спектерский, я менеджер компании Forever Living Products, менеджер по вопросам маркетинга. Сегодня я заменяю генерального директора Алексея Емельянова, в связи с тем, что он находится в командировке. Но, тем не менее, мы проведем этот вебинар, и вы узнаете о всех последних и самых актуальных новостях компании, которые, возможно, будут полезны для вашего бизнеса. Как правило, вы знаете, что компания публикует свои новости в нескольких источниках. Основные источники – это, конечно же, сайт, раздел «Новости» и такой источник, как журнал, наш ежемесячный журнал. То есть там тоже есть раздел «Новости». Но, тем не менее, как правило, вебинары, которые вот у нас проводятся ежемесячно, информационные. Вот в них, вот на этих вебинарах освещается самая последняя, самая актуальная, то есть самая актуальная информация. То есть, так говоря, из самых первых уст. То есть то, что происходит в компании, возможно, новинки, изменения, дополнения, может быть, какие-либо акции, стимулирующие программы и так далее. Все это вы можете узнать из наших вебинаров, и поэтому я думаю, что одно из таких качеств успешного лидера и успешного бизнесмена является вот умение владеть информацией и ее использовать. То есть, и, пожалуйста, я призываю использовать наши вебинары и вебинары, которые проходят по продукции «Обучай», и вебинары, которые у нас пока еще не имеет систематический характер по обучению бизнеса. У нас проводили лидеры и вебинары информационные. Это может быть замечательный инструмент для вас и замечательный источник информации, и также возможность пообщаться непосредственно с сотрудниками, с генеральным директором, задать все вопросы, потому что компания Forever Living Products постоянно развивается. Мы стараемся улучшить качество сервиса, мы постоянно это делаем. То есть мы руководствуемся принципом, что можно работу делать хорошо, но нельзя сделать ее идеально. И поэтому всегда есть возможности и варианты для развития, для улучшения качества сервиса. Ну, для того, чтобы улучшить качество сервиса максимально, для этого нам нужно понимать, что именно нужно нашим предпринимателям, нашим клиентам. И вот наше такое общение и в формате вебинара, и в формате презентации, которая проводится в офисе, помогают и предпринимателям, и также помогают сотрудникам и самой компании работать в том направлении, в котором, ну, скажем так, больше всего нуждаются и клиенты, и предприниматели. Да, Юр, спасибо, отличная веб-комната, да, вам нравится эта комната, в принципе, она удобная, и я так скажу, есть возможность, если вы хотите сами для своей структуры проводить вебинары, пожалуйста, мы можем вам помочь с выбором комнаты и помочь с техническими вопросами, можете обращаться непосредственно ко мне в отдел маркетинга, и мы можем предоставить для вас такой сервис. Мы будем вести планы аренды комнаты вебинаров. И, пожалуйста, все возможные инструменты бизнеса, которые существуют, которые эффективно применяются, пожалуйста, используйте. И что касается инструментов и технических новинок, я рад сообщить, что вот сейчас вы видите на нашем слайде наш интернет-магазин. Страничка нашего интернет-магазина. Наконец, наш интернет-магазин заработал. У нас была небольшая
небольшая техническая пауза в работе интернет-магазина. С чем связано? С тем, что для того, чтобы иметь возможность более качественно принимать заказы, более быстро, иметь более широкий, скажем, широкий набор инструментов, компания периодически проводит обновления своих технических систем. Вот у нас было обновление, мы обновились до последней версии 1С. Это бухгалтерская логическая программа, и которая непосредственно участвует в обработке и логистике заказов через интернет-магазин. Поэтому наш интернет-магазин обновился. Скажем так, незначительные обновления коснулись оформления и функциональных некоторых возможностей, но в основном, то есть стала работать система, стала более надежна, были устранены некоторые неточности, некоторые баги, скажем, с точки зрения технического подхода, стало работать удобнее. Например, вы сейчас в нашей обновленной, раньше была такая проблема, что нельзя было, можно было продублировать один и тот же заказ, да, до того, как предприниматель Forever оплатил деньги. Сейчас, допустим, пока, если вы сделали заказ, да, через интернет-магазин или через email, или вы сделали заказ по факсу, вы должны этот заказ оплатить. До тех пор, пока вы не оплатите, не подтвердите оплату этого заказа, то есть совершение этого заказа, технически система не позволит сделать следующий заказ. То есть, в принципе, это значительно уменьшает вероятность каких-то ошибок, каких-то недоразумений и так далее. То есть мы работаем дальше. Следующий этап работы будет так называемая система user-friendly. Да, мы постоянно изучаем тенденции, мы и наши подрядчики, которые работают с точки зрения маркетинга, с точки зрения визуализации системы, мы изучаем современные системы подачи информации, и вскоре в нашем каталоге, в нашем интернет-магазине будет немножко обновлен сам принцип подачи информации, то есть он будет более яркий, более лаконичный, изображения продуктов станут больше, текста местами чуть-чуть меньше, он будет более структурированный. То есть в этом направлении мы постоянно движемся, и я думаю, что со временем будут появляться вот такие положительные изменения, движения к самому современному и совершенному сервису, для того, чтобы вам было удобно работать, для того, чтобы вам было и приятно работать. То есть заказ, когда вы заказываете продукцию, да, когда вы пользуетесь той или иной услугой, наша задача сделать так, чтобы вам это было не просто полезно и нужно, а чтобы вам было просто приятно делать вот именно вот эту процедуру. Кроме того, я напоминаю, что и компания, и предприниматели начинают сейчас, продолжают активную работу в социальных сетях. И мы уже представлены в большом количестве различных социальных сетей. То есть в основных социальных сетях компания есть. Это такие соцсети, как Одноклассники, ВКонтакте. Основной упор, конечно же, идет на Facebook. То есть в Facebook у нас самое максимальное позиционирование. YouTube, где вы можете найти все необходимые ролики, в том числе все вебинары, которые проводятся, все мероприятия. Все полезное, все то, что в компании происходило. Кроме этого, какие-то рекламные материалы, которые публикуют Home Office, нами переводятся и размещаются. Поэтому это тоже может быть очень важным и полезным инструментом в ваших руках. Поэтому, то есть это как такой, с одной стороны, это как мини-архив всего, что происходит, да, всего того, что звучало со сцены или звучало на вебинарах. И с другой стороны, это, скажем так, такой рекламный инструмент. Да? Вот, допустим, вам для работы с клиентом нужно сделать какой-нибудь хороший, эмоциональный и структурированный, допустим, доклад. Вот в этом вам поможет один из видеороликов, который размещается на нашем YouTube. У нас есть хорошая поддержка со стороны американского офиса, в котором, конечно, есть ресурсы,
для того, чтобы снять хорошие и такие промо-ролики, да, интересные, высокобюджетные. И, пожалуйста, вы можете пользоваться этим инструментом для того, чтобы позиционировать и компанию, и бренд, и себя, и продукт. На нашем сайте foreverlean.com.ua, если вы зайдете, вон сверху есть иконки социальных сетей, в которых мы представлены. Если вы в социальных сетях есть, то, пожалуйста, добавляйте компанию в друзья, подписывайтесь в наши группы. Все, что публикуется, все, что размещается, вся информация, которая структурируется и выкладывается регулярно, это все делается для вас, для того, чтобы вам было удобнее вести, скажем, свой бизнес в социальных сетях. Вы всегда можете, скажем, чтобы меньше заниматься вот вопросом поиска какой-нибудь интересной информации, пожалуйста, можете, меня тоже часто спрашивают, можно ли, вот понравился какой-то пост на публикованной кампании, можно ли его публиковать? Да, пожалуйста, можете его лайкать, распространять и так далее. Наша цель сделать большое, интересное, увлекательное и активное, живое сообщество, потому что это повышает уровень приверженности предпринимателей, приверженности клиентов, то есть если клиент заходит, допустим, да, интересуется, сейчас практически все есть в соцсетях, ну, наверное, 80% людей точно, они заходят, видят, есть большое сообщество, видят, есть много комментариев, видят, что если какая-то информация размещена, она действительно пользуется интересом. И это повышает интерес и к самому бренду, и к компании, и к вам, как человеку, который занимается непосредственно бизнесом и распространением продукции. Поэтому, хотим мы или нет, но завтрашний день диктует то, что социальных сетей и интернета станет все больше и больше. И в наших руках может быть этот инструмент, либо нет. Поэтому активно добавляйтесь к нам в друзья и пишите свои предложения. Мы будем помогать вам вести бизнес и офлайн, и онлайн. Вот это один из приоритетов компании в 2015 году и продолжится в 2016 году. Не только в Украине, но и во всем мире. Поскольку активно изучаются все тенденции, все явления, которые происходят сейчас в обществе. И исходя из этого формируется решение того, как удовлетворить потребности клиента, где же их искать и что непосредственно им нужно показать для того, чтобы они приняли для себя правильное решение. Мы движемся дальше к нашим приятным новостям. Я думаю, уже все знают о том, что фактически в ноябре началась квалификация на украинское ралли 2016, которое будет проходить в Словакии и Австрии. Это одно из самых ожидаемых и самых знаковых событий в году, особенно для тех людей, которые очень любят путешествовать, любят познавать что-то новое, и при этом хотят параллельно заработать больше денег, потому что квалифицируясь на программу, как правило, когда мы просматриваем вот общий товарооборот, да, мы видим, что когда в месяце квалификации на программу, то товарооборот ну, практически у всех, начиная от уже ну, таких опытных больших лидеров, у которых большие товарообороты, заканчивая количеством новичков, которые успешно стартуют, в месяце квалификации на украинскую программу максимально. И поэтому в связи с этим было принято решение продлить, по сравнению с предыдущими годами, продлить количество месяцев квалификации. То есть сейчас у нас в ноябре нужно сделать активность обязательно, 4 активные коробки. После того, как вы сделаете активность, то есть уже фактически, когда вы в своем персональном кабинете будете видеть, что у вас активность закрыта, после этого переходите на сайт foreverliving.com.ua, на наш украинский сайт, в раздел «Бизнес», «Стимулирующие программы». Там найдете в списке стимулирующих программ «Украинское ралли».
И в описании программы, в условиях, вы найдете подчеркнуто красным, сейчас я переключусь на этот слайд, и вы найдете там заявку на участие. Скачайте ее, заполните и отправьте по указанному электронному адресу fqi@foreverliving.com.ua. Отправка заявки является обязательной, поскольку украинская программа – это та программа, которая не организовывается глобальным офисом. Это программа наша внутренняя, то есть только Forever Living Products Ukraine, поэтому только для украинских предпринимателей Forever. Поэтому, поэтому мы ведем ее фактически вручную. То есть для того, чтобы знать, кто имеет желание на нее квалифицироваться, то есть тот, кто выполнил активность, и тот, кто будет дальше двигаться на пути выполнения программы, для этого нам обязательно нужно собрать эти заявки. После того, как вы отправите заявку по указанному электронному адресу, вам обязательно ответят и подтвердят, что заявка была получена. Если ответа не будет, значит, возможно, какие-то технические были проблемы. Связывайтесь с офисом, и самое главное, чтобы вы убедились, что ваша заявка получена, чтобы не было таких моментов, что вы выполнили программу, а заявки вашей изначально не было. То есть, возможно, как-то можно будет решить этот вопрос, но тем не менее лучше все сделать сразу, заранее, правильно, и обязательно проверяйте, чтобы ваши новые люди, да, и ваша структура, ваша нерастающая структура, отправила тоже заявочки на участие, потому что на самом деле, насколько я представляю себе, насколько приятно стать участником этой программы, побывать в этих прекрасных странах, а еще приятнее побывать это, еще приятнее, когда рядом с тобой твоя команда, твои люди в большом количестве, поэтому используйте эту программу как очень хороший и правильный инструмент мотивации. Еще один большой плюс программы украинского ралли в том, что начать, по сути, квалификацию и принять участие может каждый, поскольку условия равны, как для тех, кто уже имеет большие сети, имеет большие товарообороты, так и для тех, кто только что пришел в компанию. Это вот очень важное и интересное условие. Возможно, даже тем, кто пришел, кто только что пришел, даже прочим, поскольку у них еще, лист контактов еще, может быть, не настолько поработан, но у них еще, возможно, гораздо больше, чем у тех, кто в компании уже давно. Поэтому, в принципе, можно дискутировать, кому проще сделать программу, но самое главное, что сделать ее может абсолютно каждый. Абсолютно каждый выполняет каждый ежегодно большое количество людей. То есть, я вам скажу статистически, да, мы просчитывали программу в связи с изменениями условий, то есть у нас увеличилось количество месяцев, как я уже говорил, это ноябрь, 4 кредитные коробки нужно сделать и подать заявку, декабрь, месяц квалификации, я не буду уже останавливаться подробнее на условиях, поскольку вы можете почитать на сайте и в журнале, декабрь, январь, февраль, март, то есть не 3, как было ранее, а уже 4 месяца квалификации, и апрель. В апреле нужно сделать только 4 кредитные коробки, подтвердить тем самым свое участие. Мы добавили месяц для квалификации и увеличили количество кредитных коробок нового бизнеса с 26 до 30 и с 36 до 40. Но на самом деле условия значительно упрощены. То есть дополнительный месяц имеет очень большое значение и очень серьезно облегчает вам работу. Раз уже компания пошла на такой шаг, то почему бы не воспользоваться? То есть условия стали, еще раз повторяю, условия стали еще проще, чем предыдущие годы. А поездка стала, возможно, даже более интересной и более неординарной, потому что у нас в этот раз у нас уже целые две страны, две замечательные увлекательные страны, это Словакия и Австрия. И вот такая возможность, конечно же, побывать в этих замечательных странах, выпадает нечасто, да еще и с такой командой, какая у нас будет. Наша задача – собрать максимально большую команду Forever Ukraine. То есть от этого зависит очень много. От этого зависит наш бизнес, от этого зависит и индивидуальный бизнес, от этого зависит и, скажем,
восприятие нас, да, как нашими, в том числе, иностранными коллегами, нас как команды. На самом деле, когда мы с командой путешествуем на те или иные ралли, нас всегда приветствуют, всегда Украину, скажем так, встречают с овациями, очень, очень тепло, очень приятно. И, конечно, когда у нас есть большая дружная команда, то значение этого ралли действительно, действительно высоко, то есть во всех отношениях. Поэтому, пожалуйста, сейчас нужно сосредоточиться на выполнении активности, и как только вы ее сделаете, пожалуйста, подавайте заявку. Это самый важный момент. И еще есть момент, что касается переспонсированных предпринимателей Forever. То есть, согласно политике компании, все переспонсированные предприниматели Forever, которые поменяли спонсора, они учитываются квалификанту как новые люди. Но поскольку, как я говорил, программа будет считаться вручную, мы просто, сотрудники просто не увидят то, что вы подписали этих людей. Поэтому, если в течение программы у вас будут подписываться переспонсированные предприниматели Forever, хотя, конечно, это редкость, но вот несколько человек, как правило, бывает, обязательно давайте нам знать о том, что вы такой-то, такой-то квалификант, подписали такой-то, такой-то, переспонсировали такой-то, такой-то номер под себя. Тогда эти кредитные коробки будут учитываться в квалификацию. Ну вот эти и другие условия, они есть в нашем журнале и на нашем сайте. Там все подробно, понятно расписано. Если у вас возникают какие-то вопросы и недопонимания, обращайтесь либо к спонсорской линии, либо можете напрямую обращаться ко мне в отдел маркетинга. И как бы, за все вопросы мы ответим, поможем вам разобраться, что и как делать. В принципе, сам принцип остался такой же, как был в прошлом году. Только больше. И переходим к нашим самым ближайшим крупным мероприятиям. Значит, наш следующий день успеха, как всегда, итоговый день успеха года, который подведет резюме того, как мы провели 2015 год. Мы узнаем о всех успехах 2015 года, мы увидим лидеров, которые лучше всего работали в 2015 году. Каждый раз для нас день успеха – это особенный день. Каждый раз это праздник. И день успеха итоговый, да, это всегда самый, скажем, такой кульминационный праздник. То есть это самый важный день успеха в году. И, как обычно, мы готовим что-нибудь действительно интересное, что-нибудь важное, не буду с этого слова эпичное, потому что действительно год был непростой, но тем не менее год был успешный, много чего было сделано. Много препятствий мы преодолели вместе. И много чего нового обрели. Особенно это касается новых возможностей. На Дне успеха будут люди из разных регионов. На Дне успеха будут лидеры из разных регионов. И у каждого из них есть какая-то своя история. Своя история, которая начинаться могла из абсолютно разных мест, но, тем не менее, привела их к одному, к результату. И когда вы приводите новых людей на День успеха, когда вы приводите свою команду, они видят, что вот этот человек или вот этот человек, вот когда-то они были такие, как я, недавно, давно, или у них тоже были какие-то жизненные трудности, перед ними стала какая-то дилемма, какой-то вопрос, что же делать дальше, куда же двигаться дальше. И эти люди сделали для себя выбор. Они выбрали компанию Forever, они выбрали жить в нашем стиле, в стиле wellness, в стиле успеха, в стиле здорового образа жизни. Они решили взять ответственность за свою жизнь в свои руки и добились успеха. И человек видит, что действительно он может это сделать тоже. Поэтому у нас есть такая концепция. Эта концепция действительно будет работать, если мы будем ее делать. Эта концепция заключается в том, что, посвящая День успеха, да, вы, покупая билетик, обязательно ставьте себе цель, чтобы с собой привести как минимум два новых человека. Именно два новых человека.
И каждый член вашей команды, ну, то есть это не так на самом деле много. Я же не говорю привести, там, допустим, вас. Хотя если вы приведете 20 человек новых, это будет замечательно. Но если хотя бы каждый член вашей команды, включая вас самих, приведет как минимум 2 новых человека на день успеха, поверьте, очень скоро нам нужны будут совсем другие залы. Это будет, нам нужны будут, наверное, такие залы, как дворец спорта и так далее. Но, тем не менее, мы надеемся, что мы в ближайшее время вырастем и до такого масштаба. Но это есть та установка, четкая, простая и очень понятная установка, которая поможет нам, ну, скажем так, очень сильно поможет нам в нашем бизнесе. И это то, к чему мы должны стремиться. День успеха состоится 23 января 2016 года в том же зале, в котором проходил наш прошлый день успеха, Центр культуры и искусств СБУ, это Ильинская 6, возле метро Золотые ворота. Этот день будет особенный, это будет суббота. Сейчас мы как раз обсуждаем концепцию того, что будет в этот день, поскольку у нас получается много различных событий совпадают. То есть я сейчас говорю о Дне успеха. Сейчас я покажу следующий слайд. Тут у нас такая веселая картинка. День успеха. Также мы планируем проведение новогодней корпоративной вечеринки в стиле Африка Пати. Как вы понимаете, она приурочена к глобальному ралли Йоханнесбург. Скорее всего, эта вечеринка состоится сразу после Дня успеха. Сейчас мы, то есть пока еще мы не знаем точную стоимость участия, то есть мы сейчас определяем так, чтобы это была минимальная сумма, но при этом все было здорово, весело, классно. И если вы уже приняли для себя решение принять участие в нашей вечеринке, вечеринка у нас всегда замечательная, классная и фактически такое неформальное общение в бизнес-кругах, оно всегда идет на пользу. Да? Что-то типа такого нашего маленького веселого ралли, нашей маленькой поездки в Африку, в Йоханнесбург, такая небольшая репетиция. Ну, если вы уже... То есть, ну, конечно же, всех желающих мы не сможем, как всегда, какой бы большой зал мы ни взяли, всех желающих, наверное, не поместится. Поэтому, кто первый забронирует нужное количество мест, потом уже мы подробнее расскажем об условиях. Вы сможете заранее делать предварительную бронь, отправляя сообщение на fupu@fruvelin.com.bz, скажите, что я такой-то, такой-то, вот в таком-то количестве людей мы хотим участвовать в этой вечеринке. Тогда нам будет проще спланировать и бюджет, и вы уже железно попадете в участники вечеринки. Поэтому, пожалуйста, планируйте тоже с нами такой замечательный отдых. Далее у нас будет программа Supervisor Plus. Она тоже состоится примерно в эти даты. Скажем так, сейчас у нас есть две концепции. Первая концепция состоит в том, что сразу после Дня успеха супервайзеры плюс отправляются за счет компании на вечеринку. И на следующий день в нашем офисе Forever in Products Ukraine, либо в каком-то другом помещении, состоится тренинг Supervisor Plus. Это первая концепция. И вторая концепция, что сразу после Дня успеха у нас будет, там, скажем так, деление на две команды. Одна часть людей отправится на новогоднюю вечеринку, а Supervisor Plus будут продолжать обучение в том же самом зале, где у нас, собственно, проходил День успеха, ну, после короткого перерыва. Если у вас есть какое-то свое мнение, или вы предпочитаете первый или второй уровень, напишите, пожалуйста, мне, и ваше мнение тоже будет учтено. Я пока склоняюсь к первой озвученной версии. То есть, когда мы примем решение, в каком формате будет проходить этот день, Supervisor Plus, День успеха и, собственно, сама новогодняя вечеринка,
Информация об этом будет опубликована. То есть, ну, пока мы еще в процессе разработки этой концепции. Forever Safari. Home Office объявил о таком интересном, о такой интересной, классной возможности, наверное, о которой многие мечтали в своей жизни, побывать на сафари. Есть разные варианты, там есть более бюджетные, есть менее бюджетные. Для наших предпринимателей Forever есть возможности. Как многие могут знать, что Rexman владеет многими, ну, такими уникальными и интересными курортами, где наши предприниматели могут отдыхать, ну, по значительным таким, скажем так, дивидендам. Поэтому вот вся информация, которая есть о Forever Safari, вот такой возможности побывать на сафари с компанией Forever, есть у нас на, вот ниже видите на этом слайде, ссылочку forever-safari.com. Пожалуйста, пойдите и поинтересуйтесь, что действительно предлагает нам Home Office в качестве такого замечательного отдыха. Конечно же, эта концепция, она приурочена к нашему глобальному ралли, который состоится в Йоханнесбурге в апреле. Так, еще летом у нас была такая экспериментальная программа, которая называется «Минимальный заказ». Мы уменьшили минимальный заказ для всех и предпринимателей, и новых покупателей до 300 гривен. Единственное, что минимальная сумма первого заказа нового покупателя 750 гривен. Вот здесь, конечно, скажем так, в этой акции двоякий вопрос. То есть, ну, мы точно решили, что кому-то она более удобна, кому-то может быть менее удобна, но тем не менее мы эту акцию провели, многие ей воспользовались, но тем не менее в декабре 2015 года, вот уже, ну, уже по окончании этого месяца, минимальный заказ снова станет по оптовым ценам $40 и по ценам нового покупателя $50. То есть, пожалуйста, если у нас, допустим, есть какие-либо новые покупатели или кто-либо из команды привык делать маленькие заказы на 300 гривен, пожалуйста, предупредите их о том, что вот эта акция уже подходит к концу в ноябре, чтобы они могли планировать свой заказ правильно. Еще один момент про инструменты бизнеса. Завтра на этой же площадке взмывающий менеджер и сотрудник компании Джур Оксана проведет вебинар на тему «Космическая продукция Forever Living Products». Это будет вторая часть вебинара. Кто-то, может быть, уже из присутствующих был на прошлой неделе, это был автовебинар. Вот буквально завтра в 19:00 Оксана Джур проведет вторую часть, где более подробно и практично расскажет об использовании каждого из наших косметических наборов, о наборе тонизирующем, о спа-наборе, о флёр де Живанси, о наборе Соня и других косметических продуктов, которые продаются в отдельности. То есть она как очень опытный пользователь и эксперт по продукции даст максимально практичные рекомендации. Я думаю, это будет интересно каждому, как предпринимателю Forever, так и человеку, который, ну, в принципе, даже еще не знает о продукции, да, просто первый раз знает, первый раз слышит. Поэтому используйте эту возможность, используйте этот инструмент и как источник информации для своего профессионального роста, то есть для того, чтобы иметь возможность получить вот этот опыт, который у Оксаны уже более 15 лет использования продукции, да, даже практически 18 лет использования продукции, для того, чтобы пообщаться, задать вопросы, узнать, может быть, некоторые нюансы и особенности использования нашей продукции. И, с другой стороны, вы можете начинать работать в соцсетях, начинать работать в интернете, да, очень просто пригласить человека на вебинар. То есть, фактически, от него не нужно каких-то усилий. Да, для того, чтобы пригласить человека на встречу или на презентацию, ну, усилий надо приложить немножко больше. Хотя, конечно же, эффект больше, это есть основная цель. Но, тем не менее,
Очень просто в социальных сетях, в интернете, я считаю, что даже при минимальных каких-то усилиях, пригласить большое количество людей на этот вебинар, после чего человек как минимум заинтересуется, узнает, услышит то, что есть такая продукция, есть такая компания, и вы пригласили, вы предлагаете. То есть, пожалуйста, используйте этот инструмент. То есть легко, я думаю, что можно при желании, то есть поставить себе такую цель, вы можете легко, допустим, у многих я даже захожу по страничкам наших предпринимателей, да, я у многих есть друзья там в Фейсбуке, в других соцсетях, у многих есть более чем там 1000-2000 друзей, да, ну, накопилось за несколько, там, допустим, лет. Ну, даже не с целью бизнеса, а просто вот знакомые, незнакомые, кто-то добавился и так далее, но тем не менее они просматривают ваши ленты. То есть возьмите вот этот вот имейдж, да, кому нужно будет, я могу сбросить еще отдельно. Возьмите новость, которая есть на сайте, скопируйте, опубликуйте, сделайте индивидуальное приглашение людям на вебинар. И вот даже если, ну, хотя бы, ну, если вы не всем предложите, да, но если вы хотя бы 100, ну, хотя бы 100 человек узнают о том, что берет вебинар, и еще получит от вас личное приглашение, просьбу прийти, потому что будет интересно, познавательно, то если хотя бы 20 из этих людей придут, можете вот себе представить, то есть какое может быть от вас потом отдача, насколько эти люди будут заинтересованы в дальнейшем что-либо узнать. Кроме того, хочу предварительно объявить, еще пока не было у нас новости, но было очень много просьб от предпринимателей касательно нашего справочника. Я думаю, что справочник, то есть для вас, ну, практически для всех, как и для меня, является одним из самых основных инструментов бизнеса. Ну, особенно, наверное, на стороне, поскольку у нас люди, ну, большинство людей очень любят читать, да, докапываться до сути, поэтому нам такого краткого каталога, скажем так, может быть, не хватает, как, может быть, в других западных странах, где люди очень быстро сканируют информацию, то есть нужно учитывать еще вот такой момент менталитета. То есть у нас люди считают, что справочник является очень важным инструментом. Мы тоже работаем над тем, чтобы его обновить. И мы уже обновили, сейчас он находится в процессе печати, мы уже обновили наш справочник. Я пока не буду показывать дизайн обложки, пусть это будет для вас сюрпризом, чтобы вы его посильнее ждали и, скажем так, с большим энтузиазмом потом его встретили. Значит, мы добавили некоторое количество информации еще о продукции, то есть обновили линейку продукции, которая представлена в справочнике. То есть сейчас у нас все продукты есть в справочнике, которые есть в компании Forever Limited of Ukraine. Кроме того, мы добавили более подробное описание составляющих продукции. Раньше там было буквально краткое описание, сейчас оно подробно. Вот благодаря вот этим вот нововведениям у нас справочник немножко пополнял, на 20 страниц он стал больше. Но тем не менее больше, но тем не менее 20 страниц он стал содержательнее. Также обновился дизайн обложки, он стал более современным. Поэтому я думаю, что уже в начале декабря, может быть даже чуть раньше, новый справочник поступит в продажу. Обновленный справочник. Кроме того, была проведена работа над обновлением политики компании. Также выйдет и обновленная издательская политика компании. Тоже уже в ноябре нет, но вот в декабре тогда будут внесены все новые изменения и, может быть, новые какие-то более подробные объяснения. Возможно, мы попытались несколько упростить подачу информации в политике компании, да, чтобы она была более очевидна, более структурированной. Поэтому, пожалуйста, используйте политику компании, которая выйдет. То есть она должна всегда быть под рукой, если возникают какие-то вопросы, что делать сейчас, а что не нужно, да, но не обязательно ее изучать на память. Ну, я, конечно, изучил, некоторые лидеры, конечно, тоже изучили, но тем не менее, это тот инструмент, который всегда должен быть под рукой. Ну, также мы его будем дублировать на нашем сайте, всегда вы можете скачать и прочесть. Спасибо вам большое. Сейчас я отвечу на те вопросы, которые возникали. Да, значит, у нас Юрий Угренюк пишет: отличная веб-комната. Да, Юрий, я с вами согласен.
Ссылку скинуть в конце вебинара возможно. Насколько я понял, скорее всего, это ссылка на африканское наше сафари, да? Сейчас я найду эту ссылочку. Да, на сафари. Мы продублировали на нашем сайте эту информацию и перевели ее на наш язык, на русский и на украинский язык. И сейчас я направлю. Секундочку, я вам сейчас отправлю его в текстовое сообщение. И сейчас в поле сообщений появится ссылочка. Елена спрашивает, справочник или каталог? Я говорил про справочник, про большую книжечку с подробным описанием продукции. Мы сделали новый каталог, но вот можно даже немного забегая наперед, я расскажу, какие у нас дальнейшие планы. Я пока не могу сказать точно по времени, то есть мы будем планировать. Сейчас у нас есть, значит, каталожек недорогой, маленький, двух видах, да, который раньше был. Мы обновили, сделали новый дизайн, по примеру, американского всемирного каталога, который стоит сейчас 10 гривен. Но он крупнее, красочный, он в таком белом, красивом, современном цвете. Немножко обновился содержание, и в нем указаны розничные цены продукции в долларах. Следующий каталог, мы хотим его скопировать, сделать такой же, только на этот раз сделать его уже без цен и на украинском языке. Для того, чтобы сделать полностью противоположное, чтобы уже удовлетворить любую потребность. И в дальнейшем мы планируем выпускать новый обновленный дизайн каталогов, то есть менять, в принципе, концепцию каталогов. Даже, может быть, не менять, а выпускать, дополнять нашу линейку каталогов, делать большее количество. То есть у нас мы ждем, когда Home Office разработает и выпустит в слоях 2016 каталог, там будет какой-то новый интересный дизайн. Но, тем не менее, мы планируем это тоже сделать для того, чтобы у вас была на выбор источник информации, которым вам удобнее работать, да, может быть, вам удобнее со всеми работать. Да, один будет один будет чуть дешевле, но будет чуть меньше, второй, другой будет чуть больше, чуть красочнее, но будет чуть-чуть дороже. То есть не то, чтобы вам было удобно работать, именно выбирать вот от себя. Цена нового справочника, скорее всего, либо останется такой же, либо возрастет незначительно. Я пока не готов сказать. Сейчас эта цена устанавливается. Но поскольку мы заказываем в больших тиражах, то относительно цена будет невысокая. Даже если она возрастет, то буквально на несколько гривен. Потому что, как я уже сказал, во-первых, немножко цены поднимаются на ключевые продукции, и, во-вторых, плюс 20 страниц дополнительной информации. Посмотрим. Опять же, я говорю, что цена, если изменится, то изменится абсолютно не. Ярыш, планируется ли пересмотр курса доллара? На текущий момент пересмотр курса доллара не планируется. Мы работаем по такому курсу 15. Давайте подождем еще 30 секунд, если будут какие-то вопросы. В принципе, любые, не только касательно тем, которые сегодня были подняты, но и всех остальных вопросов. Вы всегда знаете, что вы можете контактировать со мной и с любыми сотрудников всех отделов по электронной почте, по телефону. Мы всегда поможем вам ответить на все ваши вопросы. Спасибо вам большое, друзья, за то, что были сегодня со мной, за то, что вы потратили, потому что вы уделили свое время.
на то, чтобы узнать о том, что происходит в компании, о основных новостях. У нас появился вопрос, да, Владимир Григоренко. Да, Владимир мне уже раньше задавал этот вопрос. Что касается прайс-листа, да, действительно, Владимир, как раз вот информация не только для вас, да, но очень важна. Я уже говорил о том, вот вам лично я говорил о том, что у нас сейчас на сайте будет опубликован прайс-лист в общем доступе только для цен розница, новый покупатель, оптовая цена чисто для того, чтобы можно, только для того, чтобы можно было там в дальнейшем посчитать, и цена ассистентов супервайзера, да, вот такие вот цены, которые понятны клиентам. Но есть подробный полный прайс, он доступен в вашем персональном кабинете. То есть, если вы сейчас зайдете в свой персональный кабинет, слогинитесь, то вы увидите в своем профиле, там есть возможность скачивания сайта, прайс-листа, в котором содержатся все 7 цен, по которым покупают наши предприниматели Forever, включая и абстрактную оптовую цену на текущий момент. Поэтому, да, то есть удобные для вас прайс-листы. По сути, мы можем разработать любую удобную для вас концепцию прайс-листа. То есть, если, допустим, вам хочется только розничный прайс-лист, там, если будет несколько таких просьб и заявок, пожалуйста, это не есть сложность, мы можем разработать и тоже разместить либо в общем доступе, либо разместить в персональном кабинете, где вы можете им пользоваться. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Да, спасибо вам большое, друзья. И я напоминаю, что завтра хотелось бы тоже всех вас увидеть в нашей комнате вебинара. Я понимаю, что, может быть, пятница мне это неудобно, но поскольку у нас действительно лидеры очень активно работают в течение всей недели, то у нас как бы только такой свободный был момент, только такое было свободное время, пятница. Возможно, мы вскоре пересмотрим, либо изменим день какое-то проведение наших вебинаров по продукции, либо, может быть, будем проводить немножко раньше, то есть, так, чтобы было максимально удобно. Но в любом случае завтра я и Оксана Джур, мы ждем вас и мы обещаем, что информация будет очень интересная, очень познавательная. И спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. И я желаю вам замечательного вечера и успехов. Спасибо вам. До встречи.